А буквально час назад в Минске на пересечении Богдановича и Коммунистической перевернулся автомобиль скорой помощи, который вез тяжело больного. Скорая двигалась на красный с включенными мигалками и звуковой сигнализацией. «Лада», которая подбила скорую, перевернулась на «Ситроэне». Пострадал водитель и пассажир «Ситроэна». У врача скорой подозрение на перелом. Тяжело больного забрала вторая машина скорой. Учитывая погодные условия, дорожная милиция рекомендует выбирать минимальную скорость. Завтра погода не улучшится. На территории Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.